Ростовский Кремль – магнит не только для простых туристов, но и для художников. Одного из них мы застали за работой на берегу озера Нера. Ростовский Кремль вас чем привлекает и что вот на вашем полотне он сейчас? Он меня привлекает своей красотой, своей необычной архитектурой. Казалось бы, много церквей, но здесь такой ансамбль, который прочитать за этот короткий срок нашего пленэра, 10-12 дней, это очень мало. Храните прошлое, значит, будет настоящее, будет будущее. Вот эта вот связь, она должна жить и процветать в человеке, который может воспеть это в музыке, воспеть в литературе и в хорошем холсте. Такие отзывы о величественном сооружении на берегу Нера. На самом деле, увидеть Ростов великими глазами художников, запечатленный на холстах во все времена года, может каждый. А способствует этому арт-фестиваль, участником которого и является наш герой из Орла. Почти две недели в сентябре художники из России и гости из Беларуси работали здесь. Их дружелюбно принимал в гостях музей-заповедник и администрация города. Мы работаем прямо непосредственно на территории Кремля, вокруг Кремля. Тема у нас идет «Ростовский Кремль. Времена года». А вот задача была поставлена не просто фиксировать какие-то виды, а именно через себя, через какие-то ассоциации показать всю красоту, гармонию Кремля и тех людей, которые работают там. Вы позволите самому доброму утру Ярославля программе помочь вам? Для вас все можно. Все картины будут представлены на выставке, посвященной дню рождения музея-заповедника «Ростовский Кремль».